Свинка Пеппа. Я свинка Пеппа. Это мой маленький братик Джордж. Это мама свинья. А это папа свинья. Свинка Пеппа. Завтрак. Пеппа и Джордж приехали к бабушке с дедушкой на завтрак. Бабушка! Баба! Привет, мои маленькие. Принесите-ка немного овощей с огорода на завтрак. Хорошо. Дедушка! Деда! Привет, Пеппа. Джордж, это дедушкин огород. Дедушка сам вырастил все овощи. Что это? Динозавр. Ах, динозавр. Давайте выберем овощи на завтрак. Пеппа, ты любишь помидоры? Да, дедушка. Джордж, ты любишь помидоры? Нет. Джордж не любит помидоры. О, боже. Вы оба любите салат? Да, дедушка. Нет. Джордж не любит салат. О, боже. У меня должно быть что-то, что Джорджу нравится. Ты любишь огурцы? Фу. Джордж не любит огурцы. Он не любит салат и не любит помидоры. Что ж, Джордж, какие овощи ты любишь? Шоколадный тортик. Глупый Джордж, шоколадный торт не овощ. Может, Джорджу понравятся овощи, если из них сделать салат, а? О, вкусные свежие помидоры, салат и огурец. Сначала надо их помыть. Пеппа и Джордж помогают бабушке мыть овощи. Думаю, хватит мыть. Бабушка сделала салат из помидоров, салатных листьев и огурца. Дедушка, позови всех на завтрак. Завтрак! Бабушка сделала на завтрак пиццу. А это салат из дедушкиных помидоров, салатных листьев и огурца. Скорей налетай. Джордж съел пиццу. Но Джордж не любит ни помидоры, ни салат, ни огурцы. О, боже, Джордж, тебе не нравится салат? Нет. Джордж, попробуй кусочек этого славного помидора. Фу. Джордж, этот огурец дедушка вырастил на своем огороде. Попробуй немного салата, Джордж. Он вкусный. О, нет, Джордж. Смотри, что я делаю. Теперь это динозавр. Динозавр. Джордж любит динозавров. Джордж ест помидоры, салат и огурец. Молодец, Джордж. Хочешь еще, Джордж? Нет. Джордж, ты так наелся, что не хочешь больше помидоров, салата и огурцов? Джордж наелся и больше не хочет. Джордж, ты наелся и больше ничего не хочешь? Джордж так наелся, что больше ничего не хочет. Значит, ты не хочешь кусочек шоколадного торта? Шоколадный тортик! Вот это да! Кажется, к Джорджу вернулся аппетит. Авторы сценария и режиссеры Марк Бейкер и Невил Эстли. Композитор Джулиан Нот. Продюсер Фил Дэвис. Фильм дублирован творческой группой студии «Арт-дубляж» в 2005 году.